Права я получил в 64-м году мотоциклистом. У отца был вот такой точно мотоцикл. Я поэтому вот это как первый пошел, как память об отце и по моей молодости. С тех пор в коллекции Владимира появилось еще 4 мотоцикла, мотороллер и несколько моделей, которые он собирает буквально по деталям во всех городах и весях. В Мендерле нашел на металломе Москву. Это тоже на редкость. И это как, где было двигателя, колес не было. Я двигатель нашел в Московской области. На таком мотоцикле Иван Брозгин ездил по целине. Вот точно такой. Здесь всего 4 лошадиные силы. А на таком Будула ездил несколько серий, только там коляска была с Урала, а мотоцикл точно такой. Копия мотоцикла Будулая – это 11-сильный ИЖ-49 53-го года, чуть помоложе 5-сильный мотоцикл марки К-55 «Ковровец» 59-го года выпуска, привезенный Владимиром из Канска. Потом пошел К-58, К-175, и потом уже первый, второй восход. Это самый первый находился. 30 стран мира выпускали его. Это очень, как сказать, удачно была конструкция двигателя, поэтому он пошел. Это ИЖ-Ю, самый первый. Он в 60-м году, кажется, был на выставке в Монреале. Конструкторы тех лет наградили двигатель этого мотоцикла 18 лошадиными силами, что считалось вполне даже неплохо. Следующая модель ИЖ-350 выпускалась с 46 по 53 год. Мощность 11,5 лошадиных сил, они одинаковые, что 49, что вот эти, они почти одинаковые. Здесь просто нету амортизаторов сзади, вот, в отличие от 49-го. Это вятка 150 ВП. До него была просто вятка, пузатая была. Это 59-й год. Здесь все родное. Ну, кое-что не хватает. Вот еще этот проект не закончили. Нету поворотника. Вот один есть, одного нету. Еще не могу найти. Вот это вот проблема. И тросики. У него переключение скоростей тросовое. Вот тросик. У него переключается тросом. Переключается. Нету тросика, надо перепаивать. Здесь 9 лошадиных сил. Работы над будущими проектами у Владимира еще полно, но главное – это попытаться сберечь частичку минувшей эпохи. Мне жалко, если металлом все это попадет. Вот что. Я хочу, чтобы сохранить. Не мне, но в следующее поколение. Хоть будет посмотреть, какая была в Советском Союзе техника.